Всем привет, с вами Музарука. Я думаю, ни для кого не секрет, что Агутин совместно с Варум живут уже больше 20 лет. Представляете, это целый юбилей. И вот ходили слухи постоянно, что они развелись. И вы знаете, похоже, их развод подтверждается. Потому что появилась новость, что известный продюсер перестал скрывать правду об отношениях с еще замужней Анжеликой Варум. После слухов о разводе жену Леонида Агутина сняли в обнимку с новым мужчиной и с новым ухажером. Последнее время ходят слухи, что они разводятся, что Варум надоела Агутину, и он уже давно тусит с другими молодыми девушками. И одна из самых крепких пар нашего российского шоу-бизнеса, как утверждают злые языки, якобы уже давным-давно разъехалась. Агутин остался в России, а его жена обосновалась уже давным-давно в США, где с молодых лет живет их дочь Лиза. Однако на днях выяснилось, что Варум сейчас находится в России, да еще и рубит здесь конкретные деньги, она часто дает концерты. Анжелика Варум появилась на публике в компании импозантного мужчины. Он рассказал об отношениях с женой Леонида Агутина. И на самом деле это очень странно, потому что она уже давным-давно нигде не появляется, никогда не участвует в традиционных голубых огоньках на Новый год. И вот Варум вернулась в Россию к мужу, может быть, чтобы наладить отношения. Только выступает она теперь в основном на очень маленьких площадках. И вот совсем недавно она пела для жителей Иваново в весьма скромном концертном зале. И вот продюсер артистки Борис Рубиновский опубликовал фотографию с Варум, где они нежно обнимаются, улыбаются. И в кадре он позирует с ней в обнимочку. И продюсер оставил в ее адрес немало нежных слов. «Спасибо тебе, моя дорогая Анжелика, за прекрасный концерт и за чудесный день, наполненный теплым дружеским общением и прогулкой по заснеженным улицам Иваново. Обожаю тебя». Не знаю, это просто дружеское признание, а может быть признание в любви. И знаете, многие люди в интернете пишут следующее. Нам вообще не нужна эта Варум. Она даже петь никогда не умеет. И пусть валит в свое США и забирает с собой Агутина. Они уже давным-давно не звезды и никому здесь не нужны. Что вы думаете по поводу всей этой новости? Действительно ли они в разводе? И как вы думаете, действительно ли у Варум уже новые отношения? Или это просто все для того, чтобы как-то появиться в СМИ? Это просто сказки и россказни. Обязательно ставьте лайк под этим видео. Пишите ваше мнение в комментариях. И чтобы не пропускать новые интересные видеоролики, обязательно подписывайтесь на этот канал.